Я тут уже как-то говорил, что снова начал вести группу в телеге. Выкладываю туда видео, которые YouTube не пропустит. Кому интересно, ссылка в разделе о канале. И вот вчера мне в комментариях пишут, мол, надо тебе в группу в телеге модератора, а то там все между собой переругались. Конечно, ничего я там модерировать не буду, потому что для того, чтобы понять, что человек из себя представляет, надо дать ему возможность себя проявить. Мы часто говорим, что женщины такие, сякие, постоянно скандалят, устраивают истерики, в общем, не дают мужчинам спокойно жить. Но в моей группе в телеге, по-моему, вообще нет женщин, а люди там друг друга уже чуть ли не хуями кроют. И спрашивается, что они между собой делят. И на самом деле это прекрасная возможность взглянуть на себя со стороны. И если мужчины между собой общаются подобным образом, то чему тогда удивляться, что женщины устраивают им скандалы и истерики? Они просто ведут себя с мужчинами точно так же. Там стрижешь? Зачем? С кустом ходишь? Естественно. Знаешь, с каким звуком падает лобковой волос на пол? Не знаю. А вот с таким.